добрый вечер. Здравствуйте. 4 августа. Очередное воскресенье. Где-то около 6, да, вроде? Нет, Армен, 8:15. О, 8:15. И мы выходим из укрытия на улицу. Туманян. Туманян. Тут такие вкусности. Да. Ох, что. Хорошие эти парни очень. Да. И хорошо готовят. Да. Но жарко снова, нет, она это вроде? Да, мне уже так стыдно говорить каждый раз. Стыдно признаться. Жара стоит. Жара была, жара плыла. На даче было это. Но мы не на даче. Сколько будет градусов? 36, наверное. 37 вообще сегодня показывали. Да? Да. Здесь может быть даже жарче, как всегда. Градусы на 2-3 разницы есть. Да. Вот такая летняя прическа с открытой шеей. Мы хотим исследовать театральную площадь. Вообще-то сейчас она называется Площадь Свободы. Да, посмотрим, закончилось все. Приготовление. Все установили. Да. Проверим, как готовится к мероприятию. Кстати, как она называлась? Ой, сложно вспомнить. Стар? Нет? Вначале не стар, стар было? Не помню. Вот видишь, неподготовленные вышли на передачу, Анаит. А мы когда-то подготовленные выходим? Вот в этом наша изюминка. Ах ты так, да? Я хотел сказать дефект, а ты... Наш недостаток. Да, в принципе, говорят, нет, каждый дефект. Ох, чуин. Тут дуклавальник. Айо. А, чисто, лавинг. Да, хороший был парень, нет? Да. Жаль, русская была, поговорили бы, работает опять в караси, не работает. Мы на площадь когда ходили, нет? Угу. Особенно зимой заходили туда погреться. И чай попить. И чай попить. Вообще, как тебе, нравится, что... В городе все знакомо, все знакомые. Или ты предпочитаешь незнакомый город с открытиями на каждом углу, с неожиданностями? Ну, смотри какой, если это твой родной город. Лучше, когда он знаком, да? Да. Естественно, тебе в нем больше все нравится, чем не нравится. Ну, смотри, вот, допустим, этот двор. Там, по крайней мере, у меня было штук 20 знакомых. Штук. Был нормальный двор, приличный. Но это не важно, знакомства остались, воспоминания тоже. Сколько застроили, сколько всего. Вот этот особняк. Да. Честно говоря, здесь... Музыка, я хотел быстро отсюда уйти, но раз ты говоришь, ну, особняк, да. О нем мы много говорили. Ну, это, знаешь, для деревенских это как найти клад.
возможность построить здесь особняк. В центре города. Не могут они удержаться. Им стремятся к центру. Не до объективных оценок, насколько это уместно и так далее. Так что их тоже можно понять. Найри тут надолго обосновалась, да, вроде? Интересно, как у них дела. Потому что в начале, когда фирма открывалась, мне про нее рассказали. Такие перспективные проекты были. Нет, сколько мы не проходим, и здесь, и на Абувен, и тут магазин почти пустой. Да? Да. Как и большинство парфюмерных магазинов. Но у них задумка была очень хорошая, из наших местных трав, абрикосов, да, персиков и так далее. Цветов. А может, у них экспорт хорошо идет? Может, но все-таки дороговато у них. Да, дорогие у них. Ну, значит, вариант экспорта, наверное, более вероятен. Вот по зеркальной поверхности воды вам всем понятно, что ветра нет. Да. Зеркальная поверхность, конечно, красива, но... Еще в ней зелень отражается, и вода зеленая вся. Да. Как наши, помнишь, мы встретили их на Абувен? Они говорят, вот спешим домой, чтобы смотреть ваши передачи. Домой — это в Америку, точнее. В Америку, да. Я говорю, как, вы в Ереване, вот смотрите. Они говорят, нет, передачу смотреть приятнее, потому что не жарко, комфортно. Это была новость, конечно, для нас. Но, например, в дождь, помнишь, нет, наши пишут, ой, как я люблю дождь, как приятно. А нам, в общем-то, не особо приятно было снимать в дождь. Ну, если сидишь в машине, еще ничего. Вот я это вспомнил, ты очень любишь из машины дождь. Угу. И хорошую музыку под дождь. Да. Ну, это уже не дождь, конечно. Это обстановка такая. Да. С дождем в придачу. Да. Вот Баба Джанян, видишь, какие части блестят у него? Это стараниями детей. Все-таки не надо было разрешать, я так считаю. На памятник? В принципе, они уже стоят и достаточно. Зачем лезть на них? Да, вообще-то да, наверное, ты права. Надо было тоже как-то огородить, вот как этот ковер керамический. Тут нет ковер, да. Оставили открытым, помнишь? Сколько раз чинили? За неделю все вырвали, камни и так далее, пока не поставили эту ограду. Вот с одной стороны ограда неприятна. А с другой, видишь, что... Давай по озеру пойдем. Необходимость все-таки. А, хорошо, я хотел просто эту ограду показать, которая появилась. И, кстати, ты знаешь, я... Хотя мы вдвоем тоже, когда ехали, у Политехницкого ограду поставили, нет? Да. Но тоже как-то неприятно смотрится. Да. Хотя вот в таких случаях понимаешь, что... Функционально, может быть, и оправданно, к сожалению. А почему она такая зеленая? Из-за окружения, да, наверное? Ну, эта часть не зеленая, она, смотри, где небо. Или да, ваш это... Нет, зеленоватый свет. Да. Вот мы проходили
только что, женщина тоже возмущалась. Зачем разрешают лезть на памятник? Да. Она еще говорит. Она предложила ограду то же самое, да, что и я. А она говорит, нет, пускай они сами. Нет, ну она в принципе права. Знали бы, кто это, так бы не обращались. Это тоже верно. Нет, вода, в общем, такая, посмотри, дно все зеленое. Да, да. Может, это от сильной жары, знаешь, там водоросли или что-то появилось. Вода теплая. Ну, сколько можно менять? Ну, на московском не так. А там как? Чаще меняют, по-моему, воду. Да? Да. Но наши писали вроде, что надо очищать, а не менять все время. Я не знаком особо мало с этой. Мало ли что надо и чего у нас нет. Ну, знаешь, хорошо, что запаха никакого нет. Да. Мы так близко от воды стоим, нет никакого запаха зловония. Нет, действительно. Не все так безнадежно. Люблю я это озеро. Когда его только открыли, помнишь, как здесь многолюдно было? Да. Народ прям толпами ходил. Мы тоже с подружкой. Как выходили сразу к озеру, к этому бежали. И на санках. А сейчас почему не катаются дети на санках там? Приятно было очень. Какие-то другие всякие сани появились, нет? По-моему, рельеф тоже как-то изменился, знаешь, я не помню особо хорошо. Очень часто там да, но эта горка такая большая, мне казалось, тогда. Чуть ли не весь город там катался, а сейчас смотрю, не особо большая. Известный. Не помнишь, он на роликах все время катался? Это он, да? Да. А сейчас интересно, почему не на роликах? Повзрослел или что? Давно я его не видел, кстати. Но я его ни разу сблизи не видел. Катающимся на роликах. Такая тишина там. Да. Ну вот. А это... Что, он шутит или... Нет. Я думал, знакомого встретил. Хорошо, да, в общем, это проблема осталась. А вот эта часть мне совершенно не нравится, эти кафе. Да, это кафе вообще некрасивое. Сидеть-то сидели, а вот критиковать... Не, мы сидели там. Гораздо. Ну и та часть не нравится мне. Ну там хоть скрыто как-то, скрыто. А от моих глаз, да? Ну вот отсюда должна была быть видна уже опера, а ее нет. А вот и оперная площадь, площадь свободы. Да. Только она сегодня не свободная. В шатрах она. Там что-то светится, смотри, в шатре. Это в шатре она, этот, по-моему, осветил свой этот аттракцион. Ты про этот свет? Нет, про тут. А, внутри, да? А то этот свой аттракцион освещает. А мы стреляли, нет, одно время здесь? Ты. Постреливали. Да, нет. А, нет, она это тоже отражение было всего лишь. Да, внутри. Ну, давай обойдем шатры. А еще работы продолжаются. Смотри, завтра нет открытия? Стармус. Да, ну, стар я правильно помнил. Давай нормально прочитаем. В тот раз мы... Стармус Ви. Не Ви. Стармус 6. И 50 лет на Марсе. Нам наши все
очень доступно объяснили, но что к чему. Ты тоже к концу понял, что это 50, а не соул. Да, 50 понял, но Марс никак не мог понять. С Марсом, да, никакой связи. Ну, я сказал, может быть, с планетой, ребята эти засмеялись. Мол, при чем тут планета? Вот, кстати, они еще работают там, знаете. Почти эти же ребята были в тот раз. Ой, как много их тут уже, этих шатров. Смотри, по всей окружности. Да, тут что-то серьезное намечается. Это как во время этой франкофонии. Почти, да. Ну, франкофонии нет, масштабнее было, конечно. Ты не помнишь, и здесь были большие такие павильоны? Нет, франкофония мощнее была тут. И Рита была волонтером. А сейчас ей уже не до этого, да? Серьезный работник. Да, в общем... А сейчас может, понятно. Тут еще и эти установят, ряды скамеек перед сценой. А, это может быть, вечер, да. Как говорится. Да, это возможно. Согласен. Но ну, этих да. Ракачиков особенного пока. Уберут, по-моему, уже убрали. Кого? Ты чувствуешь, да, что на прокат, движение, да, да, намного меньше. Уже привыкают к тому, что их не будет. Привыкнем, а потом трудно будет снова к ним привыкать. Кстати, интересно вообще, знаешь, Таманян, в общем-то, он проектировал как народный дом. Оперу? Да, и вот площадь, она какая-то все-таки народная. Не только музыкальная. Да, но народ давно любил эту площадь. Я еще совсем маленькая была. Это любимая площадь была. Да, хорошая. Больше это, чем площадь Ленина. Пожалуй, да. Да. Площадь Ленина, она какая-то более официальная. Угу. И купаться там не разрешали. Один год только. Летом там купались и все. На корню пресекли. Там Ромео и Джульетта. А здесь... Мы этот балет. 90-й сезон. А, это мы уже озвучивали, да? Да, все озвучивали. Вот Кармен. А мы вот здесь смотрели этот одинокая балет, это Кармен. У нас в запасе еще один спектакль. И что мы выбираем? Ну, пускай чуть прохладнее станет. Сейчас как-то не до спектакля. Мозги начнут работать. Да, эти посвящены Стармусу. С 5 по 10. Да, и с 8 по 11. Скинскамп. Да? Интересно, что это значит? Kids или science? Не пойму, не пойму. А, может и science, не знаю. В общем, такие афиши насчет Стармуса. А это что за афиши? The Evolution of Stars. Это я понял. Да. Эволюция звезд, да? Видишь, как здорово. С Земли наблюдаем эволюцию звезд. Эволюцию войн оставили, наблюдаем эволюцию звезд. И у нас столько времени есть, что мы наблюдаем их эволюцию. А, ну передают из поколения в поколение. Ну это, конечно, здорово. Заниматься звездами. Здесь такая красивая аллея тоже была. Да. Тюльпанами, да, засаженная. Сейчас опять эти аттракционы появились. Вот силачи. И
будешь в эту жару еще так стараться? Махать руками, да? Кулаками. Кулаками. Вот деньги опустил. Сейчас как стукнет. Этот богатый. Уф! А здесь маскарад, да, знаете? Маскарад мы посмотрели в балет. Красивый был балет. Да, очень. Декорации, костюмы. Вообще я каждый раз хожу, смотрю и удивляюсь. В принципе, ни зарплаты, ничего особого, но... Молодцы! Искусство, ты понимаешь, они воодушевляются совсем не зарплатой. Ну и в школах тоже. Знаешь, если настоящий педагог, его зарплата не интересует. Так, рьяно. Это всегда достойно поклонения. Но лучше бы этого явления не было бы. Ну, вообще, конечно. Еле оттащили от этих аттракционов. Да, это поэтому плакал. Да, это несчастье большое. Что-то опять звучит тут. Где? На площади Франции? Нет, вот здесь нет. Сидят, нет. А, эти ребята? Сейчас изучим, кто чем занят. А в пятницу, кстати, я ехал с площади Франции, голоса были слышны. Какие? Митингующих. И еще Георг как-то позвонил. Тоже в пятницу было, по-моему. И он показал, что эти подмостки строят. Сказал, скоро я ухожу. Ну, они же обещали снова обосноваться тут. А эта музыка не от них? Не знаю. Нет, вроде эти ребята, да? А до этого он спал. Это достижение. Так быстро освободили площадь. Значит, было что сказать. Быстро сказали и ушли. Фактически в пятницу и максимум в субботу. Георг вернулся. Художник на месте стоит. Может, присядем здесь, посидим немножко? Присядем. Как скажешь, Анайджан. Но нам, в принципе, в сторону каскада, нет? Посидим здесь, отдохнем, потом пойдем. Да, посидим здесь. Чудесное место нашли. И собачек сколько. Соседями будем, если собаки не против. В такую жару с этой шерстью. Да. А зимой шерсть их не очень-то спасает тоже. Ну, как он по мозгам бьет этот. Да он.
А ты его слышишь? Конечно. Мне не слышно его. Я Георга слышу. Я тебе завидую. Вот ты не умеешь выбирать, Анаит. Что слушать? На что обращать внимание, на что... Не умеешь отключать? Смотри, вот эта духота, по-моему, вот эта часть открытое небо. А вот там сплошные облака нависли. Я думаю, с этим связана духота. Ну, где-то во вторник или в среду дождь обещали. Ну, пора уже. Какие вторник, среда? Давай пора, с понедельника. Мой друг, пора. У тебя там знакомств нет никаких? Бывшие ученики там? Нет, не дай бог. Почему, не дай бог? Туда, наверх. Канцелярию, я не говорю. Наверное, надо микрофон направить в сторону Георга, но что-то я обленился. Интересно, ему же тоже тяжело, нет, все время играть? Да. Потеря энергии. Ну, как сказать. Для него, может быть, это он подключается к энергии, наоборот. Георга не угадаешь. Дай бог. Георг у нас уникум. Или уникум, как правильно? Вообще уникум. Значит, уникум. Кто-нибудь пускай посмотрит в Википедии и нас исправит. Там есть эти ударения? Ударения, конечно. Анна, ты никаких этих не знаешь? Заговор называется для того, чтобы вызвать ветер. Нет. Типа, они начинаются с хвальбы, нет, вначале? Допустим, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешься. А потом излагается личная просьба. А ты обрати внимание, и вороны не каркают. Да. Жары, видимо, обессилели. Но воронам, конечно, легче. Они в полете, у них ветер, нет, хоть появляется? Да, обвивают. Вот одна полетела. Я все забываю с собой веер взять, знаешь? Вот, про ворон поговорили, крылья и веер, да, у тебя? Аналогия. Ассоциация. Ага. Он что-то закаркало одно. Если бы действительно был бы прямой рейс, можно было бы еще дня на 3-4 полететь. У нас же еще виза действительно. К бассейну подлететь. В этот пляж. Ой, как здорово сейчас там, наверное. Эта часть называется «Беседы в ереванскую жару». Ну, давай я поверну, чтобы Георга было слышно хоть. Георг властвует над площадью Франции. Наполняет ее. А тут сняли вот эти колонны. Какие колонки? С рекламами. Помнишь, здесь были такие тумбы с рекламой? Рекламой. А, правильно, Анаит, как ты хорошо заметила. Да. Может, вообще снесут к чертовой матери? Ну, зачем вот к было чертовой? Бы приятно. Известные армяне. Ах, были. Ты про тумбы говоришь? Нет, я вот про эти большие щиты говорю. А, да, щиты, да. Да, нет, тумбы, тумбы тоже снесли, не мешали особо.
Ну, Геворка там остались, тумбы вот стоят. Но рекламы везде убрали. Вот было бы здорово, если бы убрали вообще. Не было бы, да? Да. Но это вообще не культурно. Нет, вообще эта идея рекламы как-то бескультурием отдает. Ну, нескромностью. А что он говорил? Годы, помнишь? А, эти его... Да, вот с таким... Как это называлось? Мост какой-то. Телемост, да. Да, но тогда другое было. Он не нашел, что критиковать, прицепился к этому. Ну, у нас встреча на каскаде, Анет. Мы не опоздаем? Нет. У нас еще 20 минут есть. Да? Ну, пока дойдем, 20 минут пройдет. Сегодня у нас встреча не с нашими, а с более близкими. Да, с домашними. С детьми нашими. Да, с родными. Это этим хорошо. Один. Летом это хорошо. Или вот встречи все время, ты выходишь. А зимой же мы реже, да? Мы-то выходим каждый день, но редко встречаем своих. Ну, каждая пора имеет свои прелести. Да. Ну вот, фактически, из-за школ многие приезжают в не самое удачное время в Ереван, или? Жару. Конечно, лучше... Конец сентября уже. Сейчас уже, видишь, начало, и то такое жаркое. Ну, это редкость, в общем-то. Вот народ, наслушавшийся Геворка... Проходит мимо нас. Когда Геворку монеты не кидают, я вспоминаю, знаешь что? Дали, Сальвадор Дали. Интервью было у него. Там у него спрашивают, а вот то, что вас все время узнают, бан, это вас не утомляет? Он говорит, совершенно наоборот, когда я прохожу по улице, кто-то меня не узнает, мне хочется накинуться на него, палкой ударить и сказать, ты что, меня не знаешь? Вот иногда мимо Геворка, когда проходит, хочется так палкой ударить поддеть и сказать, ты что? Ты что, не слышишь настоящую музыку? А чего денег не кидаешь? Представляешь, с палкой накинуться на кого-то? Да. Было бы здорово, если бы наши побольше Геворку бы помогли. Нет, Армен? Наши? Да. Ну ладно, Анна, ты тоже бы так помогли бы. Сказала. Мне его так жалко. Столько он мучается. И один он, вот это очень тяжело. Ну, это вообще нечестно. Жалко, помогаешь столько, сколько сама можешь. Нечего скидывать на других. Я не сторонник этого. Один или двое погоды не делают. Или... Как нелепо, нет, его мама умерла. Как-то неожиданно. Такая здоровая с виду женщина была, энергичная. Я что-то, Анет... Лепой смерти особо не помню в своей жизни. Ну, неожиданная была смерть. Потому что есть люди больные, с болезненным видом. Она здоровая такая женщина была. И выглядела для своих лет очень хорошо, моложаво. Да, ну, коронавирус, что сказать? Нет, у нее был инфаркт, Армен. Не коронавирус. Ну, на фоне этого, или? Она от инфаркта скончалась.
Коронавирус они раньше перенесли, месяца два там назад, до этого месяца события. Пошли, Анаит. Нам город показывать, а мы тут расселись. А вот когда мы быстро идем, нас же тоже немножко обвивает вокруг. Да, вот. Но все равно жарко становится. Вот так и вороны, ничего. Завидовать им. Нет, ну у них есть этот парение, когда они не двигают. Да, а при ходьбе этого нет. Вот велосипед другое дело. Я встал. Сумку свою мне оставил? Нет, сейчас выключу и возьму. А почему она такая тяжелая у тебя? А? Там секретные материалы в сумке. Проспект Маштоца. Перейдем сейчас улицу. Светящийся ошейник, вижу? Да, и здесь мало народу. Ну, жарко, в общем-то. И этих водяных нет, которые более или менее спасают. Полиция осталась, митингующих нет. Вот. Туристов обслуживают. Вот как приятно, когда полиция занята туристами, а не нарушителями. Пошли. Побежали. Здесь тоже быстро меняется. Пять, четыре, два, ноль. Все, мы вне закона. Сквозь это кафе я не пойду, Анаит. Почему? Там сплошная музыка. Сквозь или рядом с кафе? А зато посмотри, как гладко тут. Да, и там гладко. Фонтаны в конце. Ну ты так иди, я с той стороны. А ты как пойдешь? А давай так пойдем. Дороги, которые мы выбираем. Помнишь, у Генри был цикл таких рассказов? Каких? Я не слышала. А, ты дальше была, да? Дороги, которые мы выбираем. И фильм такой был, три рассказа. Фильм тоже так назывался? По-моему, да. Не вож?
Очень краснокожий. Нет, как-то по-другому фильм назывался. Она это... Может, деловые люди? Может. Или это другое было? Может, не помню. Уже не буду утверждать, ладно. Да, но где-то там эта фраза звучала, действительно, да, звучала. Еще одну улицу перейдем, и мы скоро будем на каскаде. Мы побежали. А, зеленый уже? А мы же причем очень много полицейских в этом районе. Ты обратил внимание? Да. Видимо, опять что-то ожидается. А может, народу много, поэтому... Они тоже собрались. Магазин знаем, беседовали о нем, заходили туда. Я помню, что я как-то раз, когда только вышли абрикосы, там купила. Ага. Сколько абрикосов было? 4 или 5 абрикосов, я заплатила 1000 драм за них. А вкусные оказались? Да, они были спелые, но я подобрала. Поэтому я и мало взяла, потому что не спелых много было. А я выбирала. Ветер, Анайт, подожди. Не уходи. Ловим ветер. Давай хвалить. Ветер, Саня, ветер, ты могуч. Ты гоняешь. Вот он нами нагонит тучи, кстати. Ты видишь, как мало человеку надо, Анайт. Всего лишь дуновение ветра. А собака спит, ничего не знает о ветре. Так мы должны пойти. А? Так мы должны пойти. Да, вроде слева. Сказали слева, да? Назывался аперитив. Надо найти. Аперитиво. Эти закрылись почему-то. Или здесь ничего не было? Как здорово. Да. Где был этот ветер до сих пор? Где он гулял? Кого он гонял? Ну, наших еще... А вон, Давид, наш или нет? Уже? Вот, справа. Как всегда, пришли первыми. Как молодцы! Да. Да. Этим ты меня знаешь, точностью. Но микрофон не в вашу сторону, и ничего не слышно. Давид похвалился, что точность, вежливость королей. Анейда сказала, что он этим весь в нее. Он назвал ее королевой и так далее. Какие чудесные цветы. Ну ладно, я пойду к нашим, попрощаемся и будем ждать остальных участников. И тут мы с вами попрощаемся. А? До свидания. До всего хорошего. До свидания. Всего вам доброго. И? До следующего воскресенья. Здоровья, мира. Вот. Чтоб все у вас получилось. Вот, молодец, Давид, видно, смотрит. Чтоб была успешная неделя. Будьте всегда здоровы. До следующего воскресенья.